Итак, всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Владимир, и сегодня у нас Valkyria Chronicles продолжение прохождения, которое началось еще на YouTube, но потихоньку перекочевывает и сюда. То есть я буду так и там, что называется. Ну, знаете, как у меня с Heroes of the Storm, когда я и на Твиче как бы успеваю стримить, и все равно какие-то записи появляются на YouTube-канале. Так что как-то вот так. Будем стараться успевать везде и всегда. И давненько у нас не было сюжета, так что будем продолжать проходить. Мы на 11 главе, у нас там берега Марбери, которые мы со всей силы сейчас будем штурмовать. А может быть, не прямо сейчас. Долго еще? Только началось. А, в смысле, долго еще это начинать буду? Ну вот, начал. Для тех, кто беспокоится, что насчет записи, запись будет и на Твиче, и на YouTube я выложу. Я прямо сейчас параллельно пишу на всякий случай, так что все будет путем. Давайте же. Начнем с... В общем, начнем. Как обычно, не буду мешать сюжетным диалогам, но в плане стратегического расположения сейчас будем думать и вспоминать вообще, как в этой игре, потому что не играл уже, наверное, больше недели. Противник окопался за мощными укреплениями. Прямо на отвесных скалах. Наш единственный путь к нему лежит через пляж. А, мы же научились, нам дали новые снаряды. Это, как его? Я вообще в прошлом стриме много чего открыл. То есть, например, сюжетно мне открылись дымовые снаряды, которые делают завесу, чтобы мы как раз здесь могли пройти. Открылись подствольники, открылись огнеметы для штурмовиков. Так что все должно быть очень интересно в этот раз. Вы высадитесь в этой точке и проложите себе дорогу к вражескому лагерю. Окей. Захватить главную базу противника. Вот это цель. Поднимитесь по склонам, ведущим от воды, и по кратчайшему маршруту направляйтесь к лагерю. А, вот главный лагерь. А, он один главный, я так понимаю. Хотя там посмотрим, частенько бывает, что показывают только один главный лагерь, а там оказывается еще несколько второстепенных. По пути нужно следить за двумя вещами. Во-первых, это пулеметные гнезда по всему побережью. Ну, тут у меня танк поработает. Используйте танк в качестве прикрытия и дымовые заряды, если хотите добраться до цели. Не хотите добраться до цели в разобранном виде. Как будто Ларго писал эту аннотацию к игре. Во-первых, это бетонные доты. Дота! Шутка. Доты. Находящиеся по ту сторону склона. Они очень прочны и требуют нешуточных усилий, чтобы их разрушить. Это может вас замедлить. Понятно. Значит, будем очень много ходов тратить на танк. Тем не менее, у них есть слабые места. Вы можете легко повредить их, если будете атаковать через дверные проемы. Это перевод такой или дверные проемы? Там реально дверь будет. Позади могут стоять запасные контейнеры с рогналином. В этом случае хватит одного точного выстрела для... А, понятно, во, вот это. Выстрел имеется в виду из танка или любой пехотинец может это сделать. Если любой, то это круто, можно побольше разведчиков взять, и они все это заделают. Если ваши штурмовики уже получили статус элиты, вы можете воспользоваться их огнеметами при наступлении. О, это мы обязательно. Огнеметы также эффективны против укрывшихся противников. Не забывайте об этом при планировании атаки. Обизон. Так, главная база противника захвачена. Поражение Волкин погиб. Противник захватили, ну, все ваши войска уничтожены, сделан. Ну, короче, как обычно все. Так. И у меня обязательно по одному персонажу раскинуто в отрядах. Давайте, во-первых, посмотрим, кто это.
Так, расположить. Здесь. Здесь. А, это по танку. У меня же теперь Закка теперь еще есть. У него теперь еще один танк. Танк, кстати, довольно хлипенький. Не сильно наступательный. Больше под прикрытие работает. И он вот здесь, да? Понятненько. Сейчас начнем располагать наши войска. Но сначала посмотрим, что у нас в комментариях. Во, можно на камень-то? Нет, сегодня я один буду. Сегодня хочется в гордом одиночестве. Наверное, только пройду одну миссию и закончим стрим. Зачем? Тут все равно почти никто не пишет. Ну вот да, правильно, правильно говорит Влад, 09. Просто поговорить. Ну, не особо тянет сегодня на разговоры. Хочется просто пройти миссию. Так, давайте думать. Поближе мне нужно, конечно, золотой состав Фриша. Айка Мика Вайс. Вдруг будут танки? Нет, мне нужен тут техник. Кто себя хорошо показывал-то, я уже забыл. У кого бонус? Бонус ремонта. Вот тебя. А, это Шамрак здесь впереди стоит. Да, ему, скорее всего, даже больше понадобится. А тут мы давайте... Черт. Что у нее? Байс Биска, тяга к женщинам. Бонус защиты. Бонус защиты, невезучие природы. Ну, хотя бы так, что называется. Так. Где моя записка, которую мне всегда советуют? Кто у меня из снайперов что носит с собой? Так. Что-то, короче, по-моему, потерял я ее. Так. Сейчас найдем. Прибрался недавно здесь. Теперь все черт знает, где лежит. Эх, о таких вещах надо было подготовиться заранее. Ладно. Боевой комплект. А, это броня. Так, ну в любом случае, наверное, мы возьмем Мариночку. Все-таки она у нас любимая. Дальше прикидываем, кто мне еще нужен. Мне нужны. Нужна тут Рози, которую, кстати, я почему-то забыл. Где она? Вот она. И еще один конькобежец, блин. Еще один разведчик. Не знаю, давайте, наверное, Теда все-таки попробуем наконец-то уже. Или не будем пробовать, не знаю. Есть мне какие-то опасения в этом плане. Но давайте все-таки попробуем. И что, приступаем? Да, капитан, отправляемся. Так, вступительная речь. Прямо, знаете, такой Амаха-бич начинается. Высадились и штурмуем. Итак, мой ход. Да, мы здесь как на ладони.
В землю или другие объекты, понятно. Так, пока меня пугают только пулеметы. Так, а Хамрак не стреляет, он только прикрытие обеспечивает. Так, первая совместная операция у нас с Закой. Посмотрим, как он себя проявит. Отлично. Теперь вот они, гзоты. Неуязвимая пушка. Прям нам сразу с места говорят, что, мол, типа, не, чувак. Ой. Я Ларга забыл, что ли, с собой взять. Ну, точно забыл. Так. Первым делом я хочу сохраниться, конечно. Куда-нибудь на первое. То есть на самое раннее. Самый ранний слот. И я хочу проверить снайпера. Он как бы видит эти гзоты, конечно. Но я так понимаю, пробить их никак не может. Пушка неуязвимая. Да, бесполезняк тот еще. Так что давайте мы вернемся, не будем терять ходы. Пока что такая-то первые минуты миссии будут такие пристрелочные. Будем проверять, что как, куда. Ой, ой, забыл, что надо сначала игру свернуть. Да что ты опять забыл? Надо мониторить все это дело. Так. Тогда начинаем с танка, наверное. А этот, а, да, Шамрок командир. Да, точно, я же мог как раз вместо Теда взять. Ну ладно, уже поздняк думать. Еще потом посмотрим насчет резерва. Довольно быстро. Это сколько? Один или два хода? Минометы, гранаты или копья. Понятно. Ладно. Будем очень осторожны. Так, ну вот видите, сколько прокачки в танке уже. Вон даже гусеницы уже такие мощные стали. А вон, кстати, другой наш танк. Забавно выглядит отсюда. Давайте пробуем прицелиться в какой-нибудь. Да, не указывает, сколько нужно до уничтожения, так что что-то мне это подсказывает, что лучше этого не делать. Дымовая завеса есть вон. В принципе, это пулеметы, так что пока не страшно. Так что мы выводим свой танк поближе, наверное, пока мест. Давайте прокатимся. Единственное, я боюсь, что мне здесь где-то мины поджидают, а я как-то... Так. Пока не страшно. Пока не страшно, пока продвигаемся. Понемногу попадают в меня, черт, 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 черт. Так, там я никого не вижу. Значит, здесь уже вот опасно. Тогда.
Надо было, наверное, раньше стрелять дымовой завес. Он, наверное, какой-то определенный раз. Да. Тогда ребята у меня тут пробегут. А вот здесь куда-нибудь. Ну там чё вообще? Интересно, если дымовую завесу я закину туда, это мне вообще поможет? Сомневаюсь, что поможет. Ой, обстрел-то продолжается. Нельзя так отвлекаться. Дым завесы и Сара, кстати, прикольно. В честь нее назвали. А, давайте куда-нибудь, не знаю, сюда вот выстрелим. Но она довольно большой радиус делает, да. Так что мы сможем пробежать и спрятаться за танк. Нет, надо было танк ставить здесь, как раз, чтобы за него прятаться. А здесь дымовую завесу делать. Ясно. Как уже говорил, просто пристрелочная немного миссия. Ой, пристрелочная это... Попытка. Попытка первая. А сколько? Это тоже два. Да, тоже на два. Ладно, Эдельвейс поехал. А, опять разговор. Короткий. Да-да-да, я все усвоил. Теперь мы едем. Мы едем, едем, едем. Нужно, короче, вот эту вот дверь прикрыть. Так. Танк где-то вот здесь, короче, я, наверное, оставлю. Вот здесь. Так. Дым завеса, дым завеса. Дым завесой. Хапанем куда-нибудь сюда. Она довольно обширная. Выстрелы, говорите, будут мешать. Ну, значит, оставим танк пока здесь. Тем временем Тед начинает свой разбег. Ух ты, как рогнит-то начал это светиться. Танк обалденно выглядит, конечно. Так. Между тем, кстати, я тоже ни черта не вижу. Ух ты, смотрите, какой графон стал. То есть какой фильтр классный. А вот и база. Ой-ой. Баррикада, что? Мне вон тот парень нужен. 5 выстрелов. 5 выстрелов это долго. Прям на него давай. 200. У меня урон под 250 или 300, если не ошибаюсь. Так что мне должно хватить этого. Так что давай. Отлично, и баррикаду снес. Ну что могу сказать? Тед начинает быть полезен. Цель захвачена. Ой, я же могу все уже это. Так. Так, преодолели пляж, да? Ну вот, да, успели. Так, и дымовая завеса еще работает, в принципе. Что меня радует. Радует еще, что здесь есть вышки, которые можно спокойненько занять. Например, моим классным снайпером. Блин, надо было Теда все-таки, наверное, домой отправлять. Зря снайпера сразу взял, да. Его надо вот здесь вот будет вызывать сейчас. Тогда снайпера сейчас уберем и вызовем его там. Возвращайся. Так, и сюда. Мариночка отправляется.
Так, пулеметные дзоты эти мы трогать не будем, потому что как они направлены вот сюда и покрывают где-то вот этот проход, а здесь уже все в более-менее безопасности. Нужно еще бы, наверное, еще танк. Блин, надо было потратить ходы, чтобы еще танком проехать. Да ладно, уже поздняк думать. Так что давайте, наверное, не танк, а кого-нибудь вроде еще Алисии туда протянем. Только нужно бегать это вот здесь. Меня могут зацепить. Пролезешь? Пролезла. Давайте посмотрим, что там есть впереди. Тихакен. Кто-то там все таки есть, значит, да? Опа-на. Элитный штурмовик. И там элитный штурмовик. Давайте тогда проверим одного элитного штурмовика на прочность. Ах, не до конца проверили, ну да ладно. Тихо-тихо-тихо. Ну, теперь, если он хочет к нам сюда подойти, мы будем его ждать. Ну, еще у меня снайпер появится, который снимет этого элитного разведчика. Или кто там подойдет. Отлично. Ну, если Алисия смогла добежать, значит, смогут добежать еще и остальные. Так что пока мы сохраняемся. Так, нет. Куда-нибудь сюда. Пока практически бескровно берем этот защищенный плацдарм. Надо бы Лайку проводить, а не Алисию все-таки. Ну, уже, наверное, поздняк. А, какие у меня чувства-маяки остались? Еще Вайс остался. Так что давай. Сомневаюсь, что ему хватит сил добежать. Ну, если что, два раза им походим, наверное. Да, придется еще разочек ходить. Смотри, у него огнемет прям привязан туда. Дай, наверное, разберемся уже с ним. Не получится разобраться, ты прикинь. А с огнемета далеко. А гранату он не докинет. А, возвышенный здесь. В принципе, если он даже попытается начать стрелять, мы его разнесем. Да, конечно, не все попали, но да. Нормально. О, тем более он получил бонус. А, не успел. Один выстрел все-таки по нему еще прошел. Ну ладно, сейчас мне поедет снайпер. Снайпер займет господствующую высоту, и мы сможем прикрывать наших... Да, все-таки несколько у них тут баз. Мы все их потихонечку будем отбирать. Вводить ли уже танк? Нет, танк мы пока оставим. Он еще нам помочь успеет. Вот выводить ли Хамрак? Тоже вопрос. Еще два хода тратить, чтобы Рози подводить? Нет, пусть она пока остается здесь. У меня снайпер в следующий ход придет. Танк. Брать ли танк? Брать ли танк или не брать танк? Можно проехаться хорошенько и подстрелить кого-нибудь. Мы тут в выгодной позиции, я не хочу тратить очки действия. Разве что, правда, еще Айку подвести, дострелить того чувака. И... Не знаю, я боюсь, что миномет сейчас начнет стрелять по мне, и тогда это будет...
печальная ситуация. Пиу-пиу-пиу-пиу. Два выстрела всего, давай. Ох, все, улетел. Тоже мне элитный разведчик нашелся. Так, давайте проверим, кстати. Ух, тут вообще, и танки даже. Смотри, там тяжелый танк, А у меня ни одного лансера в запасе. Ой, он прям за углом стоит здесь, средний танк. Надо подводить свой танк. Та-та-та-та-ра-та-та-тра-та-та-тра-та-та. Не, ну снайпер мне тут пригодится в любом случае. Ладно, тогда отступаем. Просмотрели ситуацию. Ситуация очень интересная. Быстренько. Надо было отступать. Надо было ей отступать. Слишком много этих мне здесь не надо. Ладно. Слишком я уплотнился здесь на базе. Надо как минимум убирать будет Теда. Да, как минимум беру Теда, возьму лансера. Как минимум беру Клаудио и прочих ребят. В принципе, их, наверное, можно уже начинать убирать. Я могу вывести сейчас сюда лансера. Нет, лансера я выводить не буду. У меня, в принципе, Вайс, как говорится, справится с действием. Приказ мощи. Не, он мощь, он не мощь. За 3 очка же. Вот, разрушение. Урон радиатору танка. Да, именно, там же подписывается. Понятно. Тогда сохраняемся, наверное. И, может быть, даже ход завершим-то. Да, завершим ход. Да, завершим ход. Посмотрим, во что это выльется. Главное, чтобы сейчас танк на меня не выехал. Смотри, выжил, ублюдок. Но потеря атаки Айку не страшит. А. Ага. Так, и рассеялся дым, как мы видим. И наприбывало подкрепление моего. Теперь первым делом мы сохраняемся, вторым делом бежим читать комментарии. Вдруг чего? Та-та-та. О, никогда не бери Раюля на комментарии, ему надо от ломки избавиться. Да, я постараюсь. Понравилась игра. Да, игра клевая. Угу. Угу. Итак. Комментариев не густо, так что стараемся-то побыстрее добить эту... Я так понимаю, не сильно долгая миссия, но я, как обычно, подзадержусь. Так, я сохранился до этого. Так что, Мариночка, давай. На марш. Занимай господствующую высоту. Хакенштан. И проверяем. Интересно, она может дострелить до... Слушай, она может выстрелить в радиатор. Ну, то есть, я так понимаю, так-то просто на него стрелять не может, а вот в радиатор видит и может попасть, и это ж 6 выстрелов до смерти. Давайте попробуем, загрузимся. Сработает ли приказ на разрушение?
В смысле, насколько хорошо он сработает. Сработает-то он точно сработает. Но там еще главное, чтобы Мариночка попала. Так что дело такое. Так, подкрепление прибыло. Где мои приказы? Разрушение, разрушение. А, я же видел танк, поэтому я могу дать этот приказ. Так, проверим. Если реально можно за 4 очка действия уничтожать танк, то очень крутево. Текихакен. Так, кто-нибудь вот сюда вот встанем. Ух ты, как она может расстрелять тут всех. В принципе, я что подумал. Дот с гатлингом. Вот он, средний танк. А, нет, 2 выстрела надо. Ну что, будем тратить 5 ходов, чтобы уничтожить? Давайте, наверное, потратим. 1 выстрел. Так. И мне техник еще нужен здесь тогда. Я так понимаю, еще один выстрел. У нее, да, еще 3 выстрела осталось. Так что мы их сейчас используем с выгодой. Осторожничаем, я понимаю. И тут еще есть товарищей. Элитных, тяжелых. Ага, вот ты какой. Тебя надо уничтожить в первую очередь. Вот этот вот дальний, элитный штурмовик. Она же его видит? Да, она его видит. Вот этот. Ух, 4 выстрела в тебя надо. В тебя 2. Турель танка тяжелая. А, сам по себе. А, это... а, можно вывести турель из строя. Прям скажем, это забавно. Ладно. Придется довольствоваться пока только вот этим. Ой, там мины, кстати, лежат. Надо быть осторожным. Так, ну и, наверное, пока что это все, что я могу сделать здесь. Поэтому спускаемся. Жалко, все ходы потратил. Не смог теперь, не смог Мариночку отвезти, потому что снайпер мне, в принципе, тут уже еще не скоро понадобится. Так. Ну, сэкономленные 2 очка действия мне помогли, честно скажу. Перебросить техника? Нет, техника пока перебрасывать мы не будем. Нам бы очень... Кто бы здесь пригодился? Кто бы? Побежать захватить базу? Ну, там гатлинг. Даже 2 гатлинга. По-моему, они не дотянут, чтобы прикрыть эту базу. Что-то есть у меня подозрение, что они не дотянут. Так что, как минимум, мы рискнем. Вот. Теда не жалко. Привет, Марина. Ой, чё-то куда это? А, все понятно, понятно, куда. А где там база? Она ниже, что ли? А, она ниже. Ой-ёу-ёу-ёу.
Так. Да, насчет базы это я немного простоволосился. Так, вон там чувак сидит, как минимум элитный разведчик, которого можно подстрельнуть. Ой, сломанная вышка. С нее, наверное, никакого толка не будет, да? Давайте попробуем. Дотянет? Ну, из укрытия смогу его выбить. Как бы не убил, но зато теперь могу. Куда-нибудь... Ой, танк вижу. Вижу танк, это плохо. Нет, давайте обойдем. Тихо, 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 тихо. Только на мины. Не нужно нарываться, да? Отступить там наши. Не понял, как это? А что это здесь? А, о, там еще чувак сидит. А, это там эти. Да я возвращаться уже буду. Черт, печальная ситуация. Вот как-то мы сюда на угол. Нет, на угол не получилось убежать. Черт. Ладно, извини, Тед. А тебе мы поговорим как-нибудь в другой раз. А Мариночка сейчас не успеет добежать, чтобы дострелить того чувака. Он сейчас в укрытие сядет. Давайте попробуем. Реально далеко. Ахахахаха. Черт. Просто в никуда. 2 очка потрачено. Надо выводить танк. А, и тем более мне надо еще вот так в окружную все это ехать, то есть через вот сюда. Так что танк проводить надо. Причем проводить так, чтобы, значит, чтобы меня за этот ход еще несколько чуваков пробежать успело. Так, вот дымовая завеса. Давай мы ее еще разочек сюда. И сами поехали. Там ежик противотанковый, главное на него не нарваться. Вообще ни черта не видно. Ох, вообще ничего не вижу. А танку надо вон там ехать, я так понимаю. Ну, то есть, надеюсь, что я правильно понимаю, и мне надо именно туда. Извини. Извини. Слушай, по-моему, это небольшое читерство. Я сейчас Марину подвинул, и она сможет забраться туда. Слушай, ну, если это... Если такое читерство тут работает, то я потрачу один ход, чтобы там чувака дострелить. Только не на эту. На вот эту. Так. Опа-на. А куда он делся? Он его не видит, что ли? Он вон там за уголком сидит. Да, печаль. Ладно.
Тогда поехал второй танк. Ну, я так понимаю, у него это очков действия все равно как-то побольше, чем у основного танка. Ну и медленный он просто до жути. Ну, зато, кстати, у него все те же снаряды есть. Ни черта не видно. Куда уперся? Вот куда, что? Главное, проехал. Ужас какой. Мариночка-то вверху осталась. Что-то я забыл про это. Ой, Тед же здесь еще. Вот Марина теперь его заметила. Заметила поздно. Ой, чувак, ты вот реально тоже мне элитный разведчик. О, зашибись, зато не тратят ходы. Хотя... Вот да, только что хотел сказать, что тратят, но лучше бы этого не надо было. Ладно, у меня еще один снайпер есть. То есть вообще два как таковых, ну. Ай, черт, ну только следующий ход появится. Так, может начать прорываться уже вот здесь, вот по углу. И экзот этот уничтожить. Вот это себя вроде неплохо показал. Так, добежать, высадить, в принципе, он успеет, так что пусть еще и Мариночку он спасет. Заодно. Ой, что ты, гляньте, у нее что-то чуть... А, что-то у нее сломалось. Зато Тед спас Мариночку. О, как. Мы давно этого ждали. Это прям герой у нас сегодня. А тут ублюдок-то в укрытии. Его просто так не взять. Но нам надо обходить по этой стороне в любом случае. Так что давай. Бульк. Вот чуть-чуть помощнее бы гранаты, чтобы за раз вот так вот уничтожать. То теперь еще... То тратить еще целый ход, чтобы его добить. Вообще-то, что там находится? Ну, как раз, да, вон там пушка, то есть, которую можно разуничтожить, если дать команду на разрушение. Что нам, наверное, и нужно делать. Чтобы пройти дальше. А танки как раз для того, чтобы тут вот поддержку какую-то делать, да, я так понимаю? Потому что там они, по-моему, не пройдут. Тут вот через скалы и прочее. Они где-нибудь вот здесь вот смогут остановиться и прикрывать. Ну и вообще как бы поставить танк, чтобы он отвлекал вот от этих... А, ну то есть, чтобы они могли вот здесь вот дымовую завесу кидать, чтобы... пулеметов этих можно было спокойненько пробежать до главной базы. Да, я почему-то не заметил на карте, что там горы как бы, как таковые. Ладно, давайте, наверное, отстрелим. И посмотрим, чего там. О, а что это, он меня не видит, что ли? Боец, ты чё? Ну, ты не вовремя тратишь свои скиллы, чувак. Там несколько в голову, подозреваю. Как обрадовался. Вот экзот.
А вот и мины, а вот и танк. Ох, отсюда можно. Отсюда можно застрелить прямо его. Причем это можно, наверное, просто гранату кинуть. Но он не может просто гранату кинуть, так что придется застрелить это все дело. Давайте, да, потратим еще один ход на него. А это считается как за команд... Нет, просто дот. И убежать он далеко не сможет. Так что... Печально твоя участь, дед. Так, алло. Не понял. А как это? Я думал, он просто постреляет в него и все как бы. Нет? Не считается? О, посчиталось. Только теперь прятаться негде. Тихо-тихо-тихо, я тебе постреляю. Нормально, вроде спрятался. Ну, то есть... Очень условно, но... На шут бы с ним хоть так. Хамрак тут не пройдет. Хотя... Может и пройдет. Откуда мне знать. Эх, туда бы. Танк вот тяжелый, жалко, никуда не собирается ехать. Нужен ли мне снайпер здесь? По-моему, не нужен. Разве что ларга еще одного подтянуть. Который сможет как раз пробежать там. Ах, вот зод я зря, наверное, сейчас уничтожил. Но надо было чуть попозже уничтожать. Ладно. Тогда давайте мне ларго сюда. На всякий случай. В следующий ход будем танцевать с танком. Ларго. Техника одного я убираю. Этот добежит, и интересно. Это мертвым грузом-то стоит. Тем более, он, именно он мне и нужен. Товарищ Герберт. Давай до базы. Не, должен добежать. Ну-ка. Ну-ка. Давай, 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 давай. Все, отступил Герберт. Теперь надо еще отступить Клаудии. Она свое отыграла уже. И сюда вызывать Герберта. Герберта. И мне нужен обратно снайпер. Ну, снайпер как бы на всякий случай, что называется. Просто так переводить Рози? Нет. Слишком муторно и долго. Спасать Теда. Очков не хватит. Подвести немного ближе Айку и остальных. Вот это можно. Да, давайте. О, слушай, Вайс же может пробежать сюда к нему и прикрыть его. Так, танк меня не видит. Не будем дрочить судьбу. Стоим здесь просто.
Блин, прикольный прям огнемет такой присваренный. Вообще, мне нравится. Так, Алисию и остальных, они все равно с этой стороны спуститься не смогут. Их надо по правому руслу пускать. Тогда не Алисию, а Айку. Она с Вайсом все-таки получше работает. Дотянет. Это тоже далеко. Подбежать, стрельнуть хотя бы. Да, короче, она могла бы в тыл забежать, но сначала надо что-то с этими ребятами сделать. Ух ты, 11 всего ей надо попасть. Ты глянь. Может, за два хода того? Ну, окей, теперь 7 раз попасть. Ну, короче, как обычно, вовремя, да. О, он не может забраться? Техник, наверное, может починить. Стопудово. Нет, танк-то плохо. Фу, от танка спрятались, нормально. Все, троица готова. Теща подбежит, короче, с разрывным каким-нибудь даст по нам, и все, и конец. Че, ну давай Алисию еще. Например, пусть она на вышку забежит. Просто проверить. Сможет ли она до кого-нибудь дострелить. 42, 40. Ой, да. Это много. А как насчет... Не, я просто думал, что с вышкой будет дольше, да, дальше стрелять. Но раз нет, так нет. Ну, пусть постреляет. Точно выстрел сейчас был бы очень кстати, кстати. Кстати, кстати. Он что, спуститься не может? Как так? Как это? А как? Почему? Эй! Эй! Как? Эй, я... Почему, реально? Вот дерьмо, а. Ну все, сейчас ее пристрелят. Блин. Ага, подкрепление. Ну да. Да, вот танк. Ой, она выжила, что ли? Да, просто... А, они просто сломали вышку. И я технаря, конечно, не вызвал, да? Угу. Прибыл Ларго и прибыл Герберт. Если не ошибаюсь. Так... Это мое подкрепление. Я его всегда успею посмотреть. А, первый стрим на Твиче, когда мне не топит Твич. Отлично. Вова дали предупреждение за авторское право за переводы. И теперь он не стримит на Ютубе. Да-да-да. Вот так все. Угу. Не можешь спуститься, потому что танком зажал. Ну, я ж подняться смог. Ну, то есть, как-то странно звучит это все. Причем очень странно. Ну ничего, что подкрепление прибыло, теперь я могу воевать дальше. Может, с танком с ним повоевать уже? Надо сначала вот с этими разобраться, ребятами, и тогда можно... Можно быть спокойным. Быть каменно спокойным. Быть абсолютно мирным. Вижу отсюда кого-нибудь? Вижу кого-то.
Здравствуй. Ты серьезно, да? Ты попала в ёж. Ладно. Тогда два следующих выстрелов ты не можешь. Ты не имеешь права промазать. Ого. Ого. А написано два выстрела надо. У нее последний патрон, по-моему, остался, так что она сейчас может промазать очень легко. Но мы попробуем. Отлично. Чпунь. Теперь в этот ход надо что еще сделать? Вышку по эту починить, кстати. И вон того парня еще убрать. Который, честно, надоедает. Элитный разведчик МАЭС. Да, сомневаюсь, что у меня будет очень хороший рейтинг за эту миссию, но просто хочется ее пройти. Так что эти мы первым. Так что это у нас будет первостепенная задача. Первостатейная, даже я бы сказал. Отряд полностью укомплектован. Давай, яичко. Запобеди. Так, он уже может стрелять. Значит, и мы можем. Нормально, несколько раз попало. Хотя что-то я затупил. Надо было делать не так. Ладно. Сейчас сделаем как надо. Ой, он уже на меня целился, ты прикинь. Такое попадание даже элитный разведчик может не должен пережить. Вот так вот. И отступаем. Она, кстати, уже может стрелять по нему. Сейчас мы проверим эту маленькую теорию. В плане сохраниться и дать ей приказ. Так, стоп. Приказы. Разрушение. Держи. И давай. Пробуем. Тихо-тихо, он уже разворачивается на мою сторону. А, все, разворачивается обратно. Серьезно, не доцеливает. Ладно, загружаемся. В смысле, нет, стой. Короче, пробежимся. Понятно. Загружаемся. Это явно не ее танк просто оказался. Опять что ли придется Алисе всю проблему зарешать? Или Теду? Давайте Теду дадим. Он все-таки тут поближе. Тогда сначала надо дать ему приказ.
И побежал, родной. Сначала надо ему спрятаться. Да нет, можно бежать сразу. Давай, Тед. Не успел. Не, это реально, это реально. Не успел прицелиться просто. Сейчас все будет, пацаны. Сейчас все будет. Сейчас мы потушим этот танк. Только проверю одно дело. Тут все маленькие, все большие пуколки. Айка такая маленькая, у нее да, с большой, да. Ну, то есть компенсирует размер в другом месте. В другом месте. Так, возможно, намечается еще один стрим чуть попозже. По героям бури. Только сначала надо пройти эту миссию. Надеюсь, там еще танков не будет, чтобы мне что-то не затягивать. Что называется. Так, приказ. Держи, Тед. Извиняюсь, что как-то мало комментирую все и вообще уставший какой-то, но что-то как-то день не заладился. Вот отдыхаю в Valkyrie Chronicles. Спокойненько так. Ну, в принципе, хватало очков, так что давайте мы сначала добежим. Осторожненько. Че, не сработала тяга к женщинам? Айка, для тебя уже не женщина, Тед? Ты что? Глаза твои бесстыжие. Все, прицеливаемся. А, и он отвернулся от меня, так что я могу еще ближе подбежать. Молодец. Почти помер, конечно, но... Зато... Можно захватывать... Отступить ли им? Вопрос. Наверное, есть резон им отступить. Что у него как-то сил маловато. На его... Да, давайте. На его место перебросим кого-нибудь. Так, надо разведчиков дальше подводить. Типа Алиси. Правда, немножечко в обход. Ой! Тихо, нормально. Все нормально. Надо уже дымовую завеску отсюда кидать, да? Так что... Подводим танк. На господствующую высоту. Так, ну в этот ход я уже ничего особо сделать не смогу, так что давайте лучше хотя бы отстрелим вон того паренька. Как это его? Он не сможет так низко опустить, да? Да, не сможет. И шрапнель низ. А, нет, сможет. Может, кстати, не убить. Давайте попробуем. Нет, смотри, хватило. Итак. Уже 5 ходов. Статус явно... То есть явно уже иду где-то только на Б. А, и подкрепление сейчас будет постоянно прибывать.
А, и там тоже. Ну, это главная база, неудивительно. И еще запрос на подкрепление, да? Ну, пробеги только чуть подальше. Сейчас он может в него стрелять, чего он не стреляет? Отлично, вообще молодец. Он, не знаю, куда он там стреляет, не видно. Ну, это ты... Потеря атаки, вот это печально. Да-да-да, ой, совсем мало, смотрите, побило его. О, своего задел. Что-то, по-моему, на снайпера похоже это... А, нет. Хотел сказать, что как-то он не слишком торопливый, наверное, снайпер. Но оказывается, вроде не снайпер. Тогда. Я не разглядел там именно что. Ну, то есть в плане что, блин, это? Кто здесь? То есть это она сверху такая же, или там можно как вот здесь вот и взорвать ее? То есть вот этих, по крайней мере, нельзя было взорвать. Ладно, давайте Айку проведем. А, нет, тот Гзот, он, в принципе, по-моему, разрушаем сам по себе. Да, он разрушаем. Просто надо как-то поудачнее кинуть все это дело. Сейчас будем думать. Во-первых, сохраняться будем побыстрее. Проверим, кстати. Да, на Б должно быть уже. Нет, до сих пор еще ранка. Это для разных миссий по-разному выделяется, сколько нужно. Ну, в принципе, Гзот тут один, так что где-то между ними выстрелить. То есть не между, а куда-то вот сюда вот. А, карту я не могу смотреть теперь. Ну-ка. А, да, не могу смотреть карту, когда стреляю. Ну, надеюсь, как-то там... Ну, ладно, вроде дым сработал как-то. Даже в меня не стреляет, кстати. Да, хорошо попал, короче. Надо было переставить танк куда-то вот сюда, вот ближе к тому, к ежу. Вот к этому ежу надо было переставить танк. Ну, уже поздно думать. Так, у меня, по-моему... Да, у меня не комплект. Уж могу Марину вызывать. Правда, зачем? Мне нужно туда побольше каких-нибудь... бегунов. Вот Юну вызову. Сейчас я на бегунках, собственно, эту миссию и пройду. Кстати, просто ради интереса, может починить? Да, может. И даже... Ай-яй-яй. Не добежит сейчас. Не добежит.
это. Думал это тоже починить. Так, разрушение мне не нужно. Мне нужно сохраниться еще раз зачем-то, чтобы быть спокойным. Быть каменно спокойным. Быть абсолютно мирным. И теперь Алисия побежала. Тихо-тихо. А, это труп тут был. Я ж не вижу теперь вообще ни черта. О, мина. Так, бежим. Чу. Так, наверное, слишком близко стоит. Ух ты, шутер от первого лица, зацените. Заскриню это дело. Так, наши танки. Наши танки свежие и быстры. Он, кстати, не в укрытии. Так что мы, наверное, потихонечку его снесем. Когда займем эту базу, перекинем туда снайпера. Зря. Ну ладно. Уже да, уже зря. Я уже много чего зря сделал. Надо было мощь считать или что-нибудь такое, ну то есть, чтобы сильнее стреляла. Так, ну и в принципе, может быть, даже бахнуть, чтобы ежить и уничтожить. Давайте, наверное. Хорошая идея. Так его сейчас может откинуть? Да не может, и откинет. Ой. Ситуация печальная. Давайте тогда через Айку сыграем. Ой, что-то дыма подлагивает. Так, главное на мину не нарваться. Скотина. Ничего. На тебя. У нас с такими разговор короткий. Ятане. Там все-таки есть танк еще один. И сомневаюсь, что я смогу взять базу, и чтоб меня не расстреляли эти пушки. Так что никуда мы не идем, а стоим здесь. А, Эдельвейс уже свое отстрелял. Значит, надо больше подтягивать. Через горы я не увижу, смысла нет. Но, в принципе, снайпера поставить там он сверху было бы, наверное, неплохо. Так что Катриночка... Ох, ей обходить как... А, не, она может срезать. Может вот так вот отбежать. За два хода, правда, но... То есть прикрытие мне не помешает. Не то, чтобы она какую-нибудь важную оборонительную позицию тут занимала, но, ну, то есть, ну, не в плане оборонительной важную, но в плане остальном не сильно. Так, вот эти экзоты я уже взять не смогу, так что придется танком просто стрельнуть сюда и пробегать.
А там два танка. Вот это я буду танцевать, реально. Мне главное сюда вот побольше чуваков закинуть. Там мы разберемся. Так, 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 так. Блин, сейчас снайпер еще придет. Да, зря, зря. Остались мне еще бегунки какие-нибудь. Не осталось. То есть они, короче, вот здесь могут оббежать. Это будет вообще шикарно, потому что я смогу сразу два танка там снять за два хода. То есть за один ход. Тогда как бы получше сделать. Все, больше никого никуда подводить не буду. Я этими силами справлюсь. Разве что еще мне надо вывести. Мне нужен бегунок еще один. Так что, Герберт, беги до базы. Ты уже свое отыграл. Эх, с Ларго ничего не получилось сделать, но... И, наверное, отступил, чтобы, собственно, сюда потом подойти. Да, я в следующий ход его вызову. Да, все. Сэкономим один ход. Тем более, у меня сейчас будет еще один снайпер. Я как бы как минимум прикрывать смогу. А, она за стеной же там стоит, нормально. Хотя он сейчас побежит же. Они сейчас снова будут запрашивать подкрепление. Я буду на это отвлекаться. Она слишком близко стояла. Ух ты, в голову попала. Вообще молодец. Ей надо будет похилиться в следующий ход. Ой, элитный штурмовик. Добежит же. О, не добежал. Отлично, сейчас снайпер его видит. Это будет шикарно. Видит. Шикарно. Сохраняемся. А, уже на последнюю. Уже... Не шибко важно, что куда. Да, что, ты неудачно ты сюда подошел, честно тебе скажу. Коунидото. Тогда надо еще вот так вот как-то в сторону стоять, чтобы еще ближе замечать их. А танк сейчас у меня будет заградительную эту дымку ставить. Сохраняться не буду, там все равно еще просто один выстрел. Ее надо ставить куда-то вот сюда между. Где-то вот сюда. Ну, короче, надеюсь, они там ничего не видят. Потому что сейчас я побежу туда. Алисей. Побежу туда. Что надо ее тоже подводить. И она сможет даже дальше пробежать. Ей нужно дальше даже бежать. Так, погодите. Гзот слишком близко, по-моему. Ладно, пробуем. Тихо. Да, он чуть-чуть ранит, но больше все. Больше ничего. Там никого. Сразу в обход. В обход пока не получается. То есть в обход пока страшно.
Скотина такая. На тебе. Конечно, не убил. Ага, мина одна стоит страшная. Так, наверное, я выберу из... это штурм... это штурмовик. И мы слишком близко здесь. Давайте тогда, да, штурмовиков сюда позовем еще. Та-та-та-та-та. Не, дальнобойщик мне тут не нужен. Хотя у нее очень много скиллов всяких, так что давай. Кого еще туда? Снайпер далеко у меня, снайпер далеко. Айки тоже пробежаться туда. Ну, резон есть. Сохраняться. Хотя я сейчас в очень странной ситуации, так что я не буду сохраняться на последнюю, которая была. Сохранюсь на вот эту. Господи, Майк проводить туда. Так, это вот справа меня атаковал, да? Побежали, 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 побежали. Успела. В принципе, ее побили тоже неплохо. У нее же дальность большая, я все время забываю про это. Вот убей его, пожалуйста. Да, дело, короче, было не в дальности. А тут кустов нет, тут кустов нет. Ой-ой-ой, в какой они печали оба, обе. Не, давайте загрузимся, потому что... Она может его убить, а минус один разведчик, это было бы очень хорошо. Ой, разведчик, это штурмовик. Хорошо, она говорит, предоставьте это мне. Я склонен ей доверять. И на всех парах давай. Окей. Ладно, методом проб и ошибок. Как обычно, будильник. Давай, последний рывок практически остался. Пару ходов, наверное, до окончания игры. Ну, то есть миссии этой. Наверное, все-таки, да, надо быть левее. Теперь выгоднее. Отлично. Ну, как же без марафонца-то? Можно спрятаться за эту? Кого он там увидел? А, господи, мне такие вещи пугать уже начинают. Наверное, пусть она правда поближе здесь где-нибудь стоит. Блин, нет, если не с той стороны все выбегут, лучше, чтобы они были вместе. Да, вот так вот, по диагонали, чтобы они стояли. Чтобы и Айка, и Алисия смогли выставить в любого, кто на них выбежит. А там есть кому выбегать. Эх, был бы у меня миномет, вообще просто покрыть все это дело. Тут стопудово надо при помощи мощи вопрос решать. А пока надо еще как можно больше провести сюда народу. Прикольно было бы снайпера подвести.
На нее уже ходить и не так долго. Давай, чем больше нас там будет, тем лучше. Тем более, пока заградительный огонь этот висит. Ой, огонь, ну в смысле, вы поняли. Ого. Блин, думал, добежит. Ну все, ей конец, наверное. А, нет, чё, какой конец? Я сейчас ее выберу и спасу. Какой еще конец, значит? Ты еще? Какой конец? Все нормально. Мы сейчас еще полечимся. Конец, видите ли. Ходов у них слишком мало осталось, так что на следующий ход оставим разбор танков. И отстрел этих гавриков. Ну, сначала гавриков, потом остальных всех. А, она же здесь, да, я постоянно забываю, что это... И вот сюда можно... А кого я вызвал? А кто в пути? Как посмотреть? Бойцы. Наверное, все-таки я Марину сюда вызвал. Я так и не понял, кого я туда вызвал. То есть я уже забыл почему-то. И сэкономим ходов, которые у нас остались. Уже? Нет, до сих пор, а еще? Еще могу вытянуть миссию. Те виды тут, наверное, такие слишком сильные уж ограничения, потому что все-таки это сюжетная миссия. Какое-то послабление делают. А, они же там запрашивали подкрепление. Обойдетесь без подкрепления. У них прибыло. Но им надо как-то двигаться. Нет? Решили не двигаться? А, я почему-то думал, что у меня снайпер прибыл. Да давайте сделаем дорожку для Вайса. Причем ему надо ее как раз именно... Еще чуть-чуть сюда делать, чтобы ему было безопаснее прям бежать дальше. Ну, будем надеяться, я хорошо попал. А, это Джейн. Какой Вайс. Так, ни черта не вижу. Нормально, ребятки. Теперь у вас есть прикрытие в виде симпатичной дамы. Реально, женский отряд сейчас зарешает у меня всю ситуацию. Сначала Юну пустим вперед. Она осторожненько обойдет Мину. Посмотрит. Там вообще здрасте. Не могу прицелиться. Так. 7, сука, раз. Ой. Я, как обычно, не думаю о таких мелочах. Okay.
Интересно, добежит. В смысле, чтобы еще и выстрелить. Что же мне везет так сегодня? Тихо. И убежали. Так, они наверняка сюда еще побегут. Так что надо их встречать будет. Ох, там как их много. Да, до базы добирает, в принципе. Так что это нормально, ребятки, найти, покушайте. Не могу вам сказать, она никого не убила. Ну, тоже неплохо. Конечно, молодец, мину как подъела. Шикарно получилось. Держите. Одного. Печально, что только одного. Сейчас все ходы тратить, чтобы их лечить, да? Погоди. Где мои приказы? Вот так вот. Ну-ка, все быстренько полечились. Нормально, нормально. Зачем мне снайпер? Ладно, уже поздно думать. Не-не-не, стой. Уже поздно думать, зачем мне снайпер. Мне просто нужен снайпер теперь. Это, в принципе, штурмовики не так страшно, так что я могу танки... Ну, хотя бы один танк в этот ход расхерачить. Мог бы... Причем они не побитые вообще. Ну, раз они не побитые, давайте их бить. Блин, надо было не с Алисии начинать. Да ладно уже. Ой! Как ты... Как-то я танк не заметил. Блин. Бывает же огорчение. Сейчас прорвемся. Совсем чуть-чуть осталось. Реально, вообще чуть-чуть осталось. Там реально мне нужна не Алисия, мне нужна Ай. У нее все-таки поточнее штучка. Вот, ей 4 раза всего надо попасть. Вот что она и делает.
спрятаться? Ты можешь спрятаться? О, может. Еще бы с одним штурмовиком разобраться, чтобы можно было близко подбегать. Нет, давайте на танк уже пойдем, а то это реально может затянуться. Давайте попробуем. Сейчас дадим приказ на разрушение. И пронесем хотя бы первый танк. А если и пойдет, то сразу два. Что ты делаешь? Застрял немного. Черт, как нехорошо тут укрепились-то, а? Сейчас будем еще думать. Что же сделать, что же сделать? Лансера бы сюда, танк бы сюда. В том, что эти танки вообще не собираются сюда уезжать никак, в принципе. А штурмовик еще больше бесит с каждым разом. Уж тогда урон атаки по людям, по радиатору танка. Нет, надо сделать. Приказы не пропускаются. Я опять забыл про это. Может быть, как-то схитрить. Нет, в танк будет идти. Тихо. А к... Тихо. Даже если я ее потеряю, я это сделаю. Самое время. Минус один танк. Ну и ей конец. А может и нет. Два хода могу сделать. Приказ до сих пор еще действует. Сохраняемся. А в смысле два движения имел в виду. Сейчас дадим ей приказ на... лечение какое-нибудь. Точность уклонения, отступления, общее уклонение, внимание, внимание. Нет. Нет. Защита-то не спасет. Вот уклонение может. Сейчас попробуем. Мне только один раз надо сейчас успеть выстрелить. Ну или, по крайней мере, я узнаю, где там. Ну как, видно ли точно танк или не видно. Видно. Фух, там уже покрутилась башня в мою сторону. Ну, прощай. Самое время отступить теперь. Я же мог уже базу взять. Не, он меня убил. Это мы сделаем в следующий раз. А, еще подкрепление подойдет.
А, Лена, только запрос еще сделали. О, так это вообще тогда конец. А, прибыл снайпер. Вообще вовремя. Давай, Айка, как самая здоровая и самая меткая. Разрешаю тебе его побеспокоить. Стрим, даже стрелять мне не хочет. Такой, да ну нахер. Давай. Не, 7 это не вариант. Вот это вполне. Не знаю, я вроде как-то еще всю карту прошарил, я надеюсь, что, мол, вдруг такие секретные чуваки с оружием, но я вроде нашел все. О, давай, да. Самое время бежать. Ну, да и вроде да, все. Короче, я посмотрю, что здесь. А, нет, там я был. Все, все, все. Путем захватываем и заканчиваем миссию наконец-то. Фух, победа. Давно пора было. Взяли их базу. Да, ранка. А я что-то не замечал, может какие-нибудь из тех, кого я убивал элитов, может они были с именами, я что-то как ни одного не посмотрел, как звали. Ну вот, я так понимаю, огнемет это. Или что это? Вет с противника. Медаль заслуги в битве ожидает вас в приемном зале. しなくちゃな。あんた、何でも欲しいもの言ってみなよ。そうですね。私、ロージーさんの歌が聞きたいです。え、音の歌。はい。歌が好きだっておっしゃってましたよね。ロージーさんの歌、聞いてみたいです。わかった。 約束するよ。 夢？いつか空を飛びたいって言ってたでしょ？兄さんと一緒に飛行機で空。
Эва, ну как? Я сидел, что думал, что 11 глава ничего мне такого не предоставит, кроме такой вот довольно заковыристой миссии интересной. А тут бац, и сюжеты опять начали удивленнейше просто долбить. Круто, мне нравится. Обалдеть. Ну, в общем, на этом мы наконец стрим завершим. Все остальное потом в записи. Запись этого стрима обязательно будет на YouTube-канале, так что приходите туда. Я в шоке, серьезно. Все остальные... Я даже не пойду сейчас в оружейную прокачиваться и прочее. Ух, просто меня расперло. На этом все. Всем большое спасибо. Увидимся в следующих видео. Приходите, я часто стримлю на Твиче. Шикарно. Шикарно. До свидания.